Скажи, что да, может быть, уже 30 секунд, как ты поймешь. Успешного бренда, в частности, что такое понятие ценности, что значит быть ярким, и как эта яркость поможет привлечь дополнительное внимание работодателя. Сегодня на бизнес-завтраке, благодаря Роману Лисенко, были даны успешные стратегии продвижения собственного бренда. Мне очень понравилось то, что сегодня было минимум воды и максимум полезной информации. И я рекомендую всем посмотреть полностью два видео и в начале, и в конце первого и второго дня. Тогда вы будете целостно на тему, потому что слышите. И самое главное, знаете, недостаточно главное все это делать.